Еще 12 января югорские библиотеки частично возобновили работу офлайн для читателей и открылись отделы абонемента. По предварительной записи можно было прийти, сдать или получить книги. С сегодняшнего дня свою работу вновь начали и другие библиотечные отделы, например, читальные залы. Понятно, что действовать они будут с учетом санитарных ограничений, но все же любители бумажных книг получили возможность услышать шелест страниц. Кроме того, библиотекам разрешено проводить массовые мероприятия. Есть четкие ограничения. Это, во-первых, заполняемость 50%. У нас у каждого помещения, в котором проводятся какие-то активности, установлены нормы, сколько может проходить и одновременно находиться в этом помещении человек. Соответственно, 50% от этого показателя мы будем запускать. И все мероприятия, тоже стоит оговориться, и клубы и так далее, они тоже будут по записи.